Тысячи людей вышли на улицы Брюсселя. Они выступают против задержания бельгийского гуманитарного работника в Иране. Ранее в этом месяце в Иране бельгийца Оливье Ван де Кастеля приговорили к 40 годам тюрьмы за шпионаж. Бельгийское правительство заявило, что обвинения сфальсифицированы. Там считают это возмездием за 20-летний тюремный срок, назначенный бельгийскими судами иранскому дипломату в 2021 году. В следующем месяце Конституционный суд страны проведет слушание по вопросу о законности бельгийского договора об обмене заключенными с Ираном. СМИ предполагают, что за этим последует обмен дипломата на Ван де Кастеля.